Организаторами конкурса традиционно выступают Главное управление идеологической работы по делам молодежи Брестского облсполкома, Брестский областной БРСМ, учреждение высшего образования Первого региона. За право представить область в республиканском финале конкурса «Студент года 2023» боролись студенты Брестского государственного технического университета, Брестского госуниверситета имени Пушкина, Полесского госуниверситета и Барановичского университета. Это для нас традиционный конкурс, но очень популярный среди студенческой молодежи, потому что у нас есть определенные успехи в нем. Дважды наши конкурсанты повесили областного этапа, становились студентами года в республике, поэтому мы имеем хорошие традиции. Сейчас мы намерены определить лучшего, чтобы действительно наш первый регион стал лучшим в стране. Ребята заранее представили членам жюри молодежные проекты, реализованные или планируемые к реализации в ближайшие 2 года. А на большой сцене образцовых студентов ждали традиционные испытания – визитка, конкурс ораторского мастерства, интеллектуальный конкурс, творческий конкурс, конкурс «Студент года онлайн», в которых молодые люди проявили свои коммуникативные, интеллектуальные и творческие способности. Во-первых, я считаю, что каждый достоин этого звания, но именно про себя хочу сказать, что для меня это важно, мне это интересно, и я бы получила огромное удовольствие и, конечно же, кайф от того, что я заслужила такую награду. Какой молодежный проект ты представляешь? Молодежный проект я представляю патриотическое направление, связанный с студенческий проект, который может быть реализован в течение 2 лет на международном и республиканском уровне. Очень волнительно было на университетском этапе. Меня выбрали. Я была очень активна, я работала с первокурсниками, и мне предложили поучаствовать. Почему нет? Мне понравилось. Я стала студентом года в университете. И сейчас представляю наш университет на области. Очень волнуюсь. Я люблю танцевать. Студенческую жизнь я решила посвятить активности. Я представляю студенческого совета на своем факультете и выполняю обязанности заместителя председателя общежития номер 2. Все участники областного этапа имеют средний балл в учебе не ниже 8. Они победители различных конкурсов, стипендиаты специальных фондов, активисты-общественники, а также креативные и творческие люди. Словом, лучшие из лучших. И у каждого из них своя команда болельщиков. Приехали из Пинска. Хотим поддержать нашу девочку Анну Ковалевскую, студентку Полесского государственного университета. Болеем за нее, надеемся, что она выиграет, потому что она действительно молодец. Она очень долго к этому готовилась. У нее много людей, которые ее поддерживали и приехали сюда поддерживать. У нас большая группа поддержки, мы очень в нее верим и любим. Да, очень старательная девочка, поэтому она должна победить. Пусть этот конкурс станет лишь началом увлекательного пути для юных студентов, наполненного новыми возможностями, достижениями и приключениями. Василина Буцкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.